Среда разработки хороша для написания Java-кода и его отладки. Однако программистам приходится решать и задачи другого сорта. Я говорю о сборке финальной программы из исходников. В простейшем случае сборка программы представляет собой просто вызов компилятора. Однако в реальных программах сборка состоит зачастую из большого числа нетривиальных шагов, таких как скачивание необходимых библиотек, генерация части исходников из каких-нибудь метаданных, собственно, компиляция, прогон тестов, упаковка собранных классов в jar-архив, генерация документации и так далее. Такие сложные процессы обязательно нужно автоматизировать. Для этого можно было бы написать батник или shell-скрипт, однако такой скрипт будет очень сложен, и более того, он не сможет работать, например, на другой операционной системе. Поэтому появились и стали широко использоваться специализированные инструменты для сборки Java-программ. На данный момент есть три популярных системы сборки Java-программ. Это Ant, Gradle и Maven. Все они являются кроссплатформенными, благодаря тому, что написаны на Java. Подробное знакомство с этими инструментами выходит далеко за рамки нашего базового курса. Я лишь хочу сказать, что инструменты такие существуют, что вы с ними обязательно столкнетесь и что бояться их не нужно. У каждого инструмента есть характерное имя файла, в котором описывается сборка Java-программы. Для Ant это build.xml, для Gradle это build.gradle, для Maven это pom.xml. Так что если вы где-нибудь, например, на GitHub, найдете интересную Java-программку, то по одному из этих файлов, лежащему рядом с исходниками, вы легко определите, как именно эту Java-программу нужно собирать. Кроме того, если для сборки используется Gradle или Maven, то вы можете напрямую импортировать такую Java-программу в среду разработки, а она по файлу build.gradle или pom.xml автоматически определит директории, где лежат исходники, скачает и подключит нужные библиотеки и выставит прочие настройки. Так что вы практически моментально получите успешно компилирующийся и готовый к разработке проекта.